Захожу как-то в бар Эль Койот, а там местный прессует бухого корпа. Пепе попросит помочь с этими засранцами. Можно не вмешиваться, можно вломить им по щам, а можно словесно показать, кто тут главный герой. После чего бедолага корп нас за это наградит. После рюмки от Пепе он даст нам задание, изменяет ли его жена. По следам Синти добираемся до какой-то халупы Рипера. И тут, конечно, можно не выясняя сдать ее Пепе. После чего, конечно, тот расстроится, что мы на приятельски выполнили его просьбу. Да и к тому же они через какое-то время расстанутся. Поэтому выясняем, что к чему, и оказывается, что у нее темное прошлое, поэтому решила изменить себя и часто ходила к Риперу, поэтому и ребенок не похож на нынешнюю ее. После чего звоним Пепе и выкладываем все как есть. Главное выбрать ответ: она тебя любит, придурок. Все, брак сохранен, и плюс получаем награду. А позже и сама Синтия позвонит и отблагодарит Ви, и тоже подкинет Эдди.